Всем подписчикам привет! Решил небольшой такой ролик снять. Заодно хочу испытать резину. Вчера в сугробе испытывали. У нас погода мерзкая. Дождик идет со снегом. Ну и пока время есть, выходной день. Построил я вот такую трассу. Трубы. Бордюр такой. И вот такой подъем. Ну что, детство, напиши в комментариях, справишься с новой резиной или нет. Не наигрался я еще ну что, с тобой. Опускаем. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Подъем не берет. Пришла фотка-то. Юра, что ты говоришь? Так. В горку она у нас заехать не может. Бегать,
уютный уголок нашло. Детство милого мне не догнать, остается с грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Как помним, шишига не заехала. Подвесочка как отрабатывает задняя. Урал-то тоже у нас заехать не может. Так что Урал у нас тоже не заехал. Кому понравилось, подписываемся на канал. Ставим лайки, пишем комментарии. Ну а мы будем ждать грязь. Всем до новых встреч!